Официальный представитель МИД Айбек Смадияров прокомментировал нападение трех человек на казахстанца Олжаса Каныбека в Майами. Напомню, грабители в США хотели отобрать у нашего соотечественника рюкзак с деньгами и документами. Сейчас полицейские ищут преступников. Как заявили в профильном ведомстве, казахстанец находится за границей законно. Он поехал в Штаты на двухмесячные курсы повышения квалификации по своей специальности. Консул сразу же связался с ним, находится с ним на постоянном контакте и с местными правоохранительными органами. Несмотря на то, что в ходе потасовки наш гражданин получил легкие ушибы, он от медицинской помощи отказался. Его здоровью ничего не угрожает.